раз уж мы недалеко, залезть поглубже и посмотреть, что происходит у нас в клапанах, какие зазоры. Мотик я купил сезон назад, и непонятно, что там происходит в моторе, поэтому планирую кататься куда-то далеко. Надо знать, что происходит там. Собственно, разбираем. Все здесь. Все отверстия я позакрывал малярным скотчем, куда может попасть пыль или еще что-нибудь ненужное. Вот. Что еще? Ну, естественно, чтобы добраться до крышки клапанов, нужно разобрать почти весь мотоцикл, ну, половину. Снял весь пластик спереди, снял радиатор, систему охлаждения тоже все подсоединял. Крыло тоже снял, оно тут, конечно, не особо мешается, но буду еще колесо снимать. Вот. Косу вытащил, потому что она тут тоже близко идет. Вот здесь вот коса проходит, прям рядом с крышкой, и будет мешаться, если ее не снять. Ну, тут все достаточно просто, отсоединяется несколько фишек возле паука, несколько датчиков, на стартер там пошли проводочки, вот еще какой-то клемник. Собственно, вот так вот коса лежит рядом с мотоциклом. Можно еще вот этот болтик открутить. Тогда будет вообще шикарно. Сейчас будем снимать крышку и смотреть, что там происходит внутри.